ООО «Континент ЭТС» – компания-производитель электрического оборудования и пример успешного внедрения бережливых технологий. Всего за время участия в программе объемы производства на предприятии увеличились в 12 раз. На предприятии без использования дополнительных средств, только путем использования бережливых технологий, перемещения, управления запасами, достигнуты колоссальные результаты, то есть увеличена выработка на 30%, сокращены перемещения на 40%. Благодаря оптимизации процессов позволили сократить себестоимость. Внедрять бережливые технологии помогают эксперты регионального центра компетенций Нижегородской области и федерального центра компетенций. Специалисты проводят аудит, находят так называемые потери, например, лишнее перемещение деталей, избыточное накопление заготовок, неудобства на рабочих местах, и решают их. А также обучают сотрудников предприятий инструментам бережливого производства. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина региональный Минпром, кроме того, разработал меры поддержки для предприятий участников нацпроекта «Производительность труда». Компании могут компенсировать до половины затрат на приобретенное оборудование. 17 миллионов получили только за проектирование новых процессов, плюс компенсации на оборудование в размере 50% от наших затраченных средств. Вообще по ситуации, скажем так, за последние 2 года это порядка 30 миллионов. Детальное регулирование всех рабочих процессов позволяет четко управлять конечной ценой изделий и таким образом увеличивать конкурентоспособность продукции как на внутреннем рынке, так и для продажи на экспорт. Юлия Калинина, «Время новостей».